Для горожан уже стало традицией отмечать праздники велопробегом. Накануне жители и гости мегаполиса посвятили свой велозаезд Всемирному дню народонаселения. О том, как проходило спортивное мероприятие, расскажет Бахыджан Нурпейсов. Каждый велопробег в нашем городе по-своему особенный. На этот раз участники нашего велопробега окрасились в оранжевые цвета. Они одели оранжевые футболки. Зачем им это нужно? Давайте узнаем. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему вы одели оранжевые футболки? Поддержку инвестиций, поддержку молодежи Казахстана. На позитиве, все хотят участвовать, все спортивные у нас. Настроение отличное. Ну, мы каждый день это делаем. В 5 утра, в 6 утра. Собрались все любители утренних велосипедных прогулок около комплекса лыжных трамплинов «Сункар». По традиции ровно в 8:30 прозвучал сигнал, и разноцветная процессия пустилась в путь. Молодежь, старшее поколение и даже дети дружно крутили педали. В едином порыве они прокатились по необычайно пустым улицам города. Проспект Аль-Фараби, улица Розабакиева, а затем проспект Абая. На каждом отрезке трассы участники радостно делились друг с другом позитивными эмоциями. Очень приятно, по крайней мере, ехать среди большинства количества велосипедистов. Это очень здорово. Мне нравится. Спасибо нашему городу, что дарит с утра такое спортивное, хорошее, здоровое настроение. Финиш велозаезда состоялся около главной спортивной арены города – центрального стадиона. Здесь участников ожидали прохладительные напитки и пламенная речь организаторов велопробега, которым по традиции выступил акимат города Алматы. Уважаемые алматинцы! Я хочу от имени акимата города Алматы поблагодарить вас всех, что сегодня, воскресный день, вы пришли, поддержали наш велопробег, который посвящается Всемирному дню народонаселения. И он проходит сегодня под девизом «Инвестиции молодым». Очередной велопробег в Алматы посвятили Дню народонаселения Казахстана. Очень отрадно, что большую часть населения нашей страны составляет молодежь, и она выбирает здоровый образ жизни. Бахыджан Нурпейсов, Арсен Сандыбаев, телеканал «Алматы».